Привет, ребята. Привет, Бенджи. Опять на работе задержался. Тяжело мне приходится работать. Зато у меня карманные деньги есть. А мне не нужны карманные деньги. Меня родители снабжают. А Наташа пришла? Зачем тебе Наташа? Посмотри, какие девочки красивые. Но ведь она же мне нравилась. Лучше посмотри по сторонам. Видишь, какая девочка красивая? Заказывай, что будешь. Что? Заказывай, что будешь. Мороженое. А вы знаете, что это за девочка? Конечно, я знаю. Это новенькая? Она здесь первый раз. Спасибо. Дайте мне шоколадку. Посмотри, какие девочки красивые. Где? А вон там сидят за столиком. И тебе они нравятся? Очень. Надо что-нибудь такое придумать, чтобы их подцепить. Блондинки мне всегда нравились. Может, пригласить им сигареты? Оставь сигареты, я сам к ним подойду. Сиди! И видишь, какие девочки красивые? Здесь нужен опытный друг. Ну так я самый опытный из вас. Привет, девочки, как дела? Вы что, глухонемые? Может, сигаретками угостить? Толстый, отойди. Но не нужно меня так оскорблять.